Два самарских вуза решили объединить свои силы. Самарская академия государственного и муниципального управления войдет в состав экономического университета отдельным институтом. Тенденции к укрупнению и слиянию вузов актуальны сейчас для всей страны. А в сложившихся экономических условиях муниципальные вузы оказались особенно уязвимы. Количество муниципальных вузов существенно уменьшается. Когда я сюда пришел, их было 46. Сейчас я не могу уверенно сказать, что их больше 20 стало. То есть они не выдерживают того ситуации, в которой оказываются муниципалитеты. Уже им не хватает денег содержать людей. И они или распадаются, закрываются, или объединяются с кем, или переходят в статус областных вузов. Слияние двух вузов позволит укрепить материально-техническую базу, повысить зарплату преподавателям, а также сохранить текущий набор студентов. Экономический университет, в свою очередь, получит возможность расширить набор специальностей. У вас есть сильные очень кафедры. Я знаю, что этих кафедр нет в экономическом университете. У вас есть кафедра спортивного менеджмента, которая необходима сегодня нашему государству. Поэтому я думаю, что вот такое присоединение вы достаточно существенно сможете дополнять друг друга. Инициативу объединения, с которой сообща выступили ректоры двух вузов, поддержал глава администрации Самары Олег Фурсов. Он заявил об этом на рабочем совещании с руководителями учебных заведений и подтвердил на ученом совете в Самарской академии государственного и муниципального управления. Для нас крайне важно, чтобы научный коллектив был сохранен, чтобы были сохранены те традиции, которые сформировались у вас почти за 17 лет существования. Чтобы тот контингент ребят, которые учатся у вас, и тот бренд, скажем так, те традиции, на которые идут ребята учиться, в том числе и по коммерческой составляющей, они продолжали работать на благо города. Все нюансы слияния будут прорабатываться рабочей группой, куда войдут представители обоих вузов, а также регионального министерства образования и городской администрации. В планах набрать студентов на ближайший учебный год уже на базе объединенного вуза. Марина Матвеевна, Павел Пресняков. События. 50 на 50.